I don't know if it's possible to see, so... This gate is a special gate for a special design for a typical gate at tea ceremony house. Это вот чайный домик. Чайный домик. Специально, значит, сделанный стоящий отдельно от основного здания для чайной церемонии. Очень интимное, очень такое закрытое место. Спокойное, тихое. Нет. You know, this is the doha for guests in tea ceremonies. Very small. We call this doha in Japanese language, special language in tea ceremonies, nijiri. Because many guests first very put in there. It's different dimensions, like different dimensions in the so. And also this is a manner to I'm not a big man, not a great man, normal, very normal with you. Вот это вот вход в чайный домик, в дом чайных церемоний. Видите, он очень маленький. Чтобы войти туда, нужно обязательно наклоняться и сжиматься и пытаться протиснуться в такое маленькое пространство. Потому что обычай гласит, что каждый человек должен по закону, по правилам кланяться, чтобы ощутить себя таким же равным, простым и маленьким явлением, как любой человек. А также это размер маленькой двери позволяет человеку настроиться на совсем другой лад, то есть другое ощущение времени и пространства. А специальная вода, родниковая вода с гор спускающаяся, чтобы очистить свои руки и рот, и это чисто символическая церемония очищения человека перед чайной церемонией. Да, yeah, yeah, yeah. Okay, good. So we can go. Ашиноко. Это озеро называется Ашиноко. И это
очень большое озеро, одно из крупнейших озер, озер вокруг в этой области. И вся местность вокруг вот этого озера, вот все это национальный парк. Который состоит из трех ярусов, и он очень похож на тот пароход, который проплыл сейчас мимо нас. Проплыл такой красного цвета пароход, а мы сейчас идем на зеленого цвета пароход, потому что зеленый цвет символизирует царственность происхождения, и этот пароход имеет особое название. Эти ворота символизируют вход в замок. Обычно символизируется двумя колоннами сверху таким вот пересечением, и обычно имеет красный цвет. Различие между входами разными заключается в том, что вход в замок выглядит вот так, оформлен таким вот образом, а вход более официальное место, где власти проверяли таможенное, скажем, вход, выглядит немножко по-другому. ゴンダラス77号と観光地のロープウェイでは一般
Would you speak something? Это особая канатная дорога, начинающая от берегов этого озера, где мы только что были, и поднимается наверх к гейзерам и к вулкану. Сейчас первая станция нашей остановки называется Уако. Это на высоте 878 метров. Находится вот здесь. Вот мы начали вот здесь в озеро. Оно продвигается вот сюда. 878 метров. Потом длится 9 минут. Потом мы едем дальше, тоже 9 минут, до высокой горы Овакудани. И это, значит, вот замок находится на высоте 1044 метра. И рядом с ним находятся вулканы. Вот. Я уже чувствую запах, такой особый серный запах. Это запах, то есть это вот говорят, что это мы приближаемся к вулкану, и можно чувствовать по воздуху, что мы недалеко от вулкана. Very Special smell. You can speak. Hey, Saigo-san, can you speak about smell? We couldn't take the smell. К сожалению, мы не можем записать запах этой местности, но он напоминает тухлые яйца. Я думаю, что очень много серы здесь. Вот, и люди это называют on the left side, Saigo-san, it's boiling. Называют это. Oh, it's coming there. It's называет это звуками из ада, потому что запах и вот эти вороны вокруг, и вот этот вот загадочный дым
вот говорит о том, что вот из очень глубоких недр земли идут такие источники, и есть поверье, что вот это вот все идет из ада. There are two. Yes, but it's different. Here is one type, and there is different. Маленькие. Please repeat again. Деревья здесь очень маленькие, ландшафт очень особенный. Вот если вы видите там такие нагромождения камней, это остатки тех времен, когда настоящий вулкан, вот было извержение вулкана, эти камни принесло на самом деле из недр земли. Вот, я думаю, что Акира Куросава, делая свои фильмы, именно вот символизируя нечто загадочное, страшное и таинственное, использовал всегда вот такой как бы дымчатый и такой странный ландшафт, потому что для японцев это означает дыхание ада. Yeah, I catch. Yeah, and other side too, a bit left up, on the tree it's sitting, there. Yeah. Ah, 向こうにも本当だ. Вот мы видим здесь вороны сидят очень больших размеров, черные, естественно, цвета. Это вот сторожи дыхания ада. Они сторожат вход и выход из ада. Yeah. And now it's clear, the stone. Sajima-san, turn please. Turn please. Бракла. Very hot. Very hot. Just a pure boiling water. Natural boiling water. Salt, ne? Salt. 下でしょ?下だって。だからここで買って写真撮って我慢して。あそこでバイデンで行かなきゃダメ。バイデンで買えばいいじゃん。こういう時大丈夫よ。岩の階が。もう一回。
How about taste? It's very fresh. Oh,